Они хотят хранить деньги в комфортных, нормальных условиях. Мы давно говорили, надо создать здесь нормальную банковскую систему. Надо не бояться слова, вот все боятся слова офшорные компании. Никто не знает, что это, но боятся. Да? На самом деле, это нормальная форма. В той же Швейцарии существует кантон ЗУК, который приносит колоссальные средства своему государству. 18 миллиардов долларов. Объясните мне, вместо того, что мы по миру будем ходить с протянутой рукой, клянчить 18, почему нам не открыть офшорную зону, например, к примеру, там, во Львовской или в Донецкой области? Почему не создать нормальную банковскую систему? Кто нам мешает? У нас уникальное географическое положение. Все эти русские, все эти казахи, они будут у нас хранить деньги, им больше негде их хранить. Кипр раньше еще был, Кипр сейчас накрылся. На Запад их не пускают, у себя они боятся. Давайте им создадим нормальные условия, да давайте дадим это все здесь делать. Какая у нас проблема с этим?